решить этот вопрос, власти, во-первых, планируют организовать еще 6 автовокзалов до 2016 года. И, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут... Вопрос номер один – это из чего подвал? Если подвал и залит бетоном, это такая большая бетонная монолитная конструкция, то не так-то это страшно. Даже если будет бетонные вытяжки, у вас, что пострадает, это люди, которые будут мыть, потому что это чудо. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. Ну, недаром у нас все фундаменты. Нормально, блядь. Так, блядь, ездит. В 16 часов. На выезде в Москве проходит тотальный диктант. Желающим принять участие в автобусе Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социально-экономических наук наблюдает Андрей Поздняков. Бил, блядь. Continue the rest of the workout. We're going to slow things right down, and we're going to start with a little bit of kung fu. So put the weight on the back leg. Thank you.
Да, блядь, что ты пушкой, блядь. Howls and the judging public. And poor old Steve Jones, another failure program. I don't know really what else you can say, actually. I really don't know. I mean, it's just the heat, they've tried and everything. And it's just not working, is it? For so many of these people, it's the same grief, they deserve. But I watched Gabby Roslin on the television the other day, and it was just dreadful. She's so eager to please. Oh my god! Turner. She's a bit poignant. Did you see that? Куда, блядь? Баран, что ли, блядь?